Губанов Олег Владимирович, я председатель общественного движения «Свободный Донбасс» города Горловки. В 2014 году был секретарем Горловского городского совета, исполнял обязанности мэра Горловки. В самом начале хочу поздравить наших прекрасных женщин с наступающим праздником 8 марта. Пожелать вам всем, чтобы мы только друг другу улыбались, и чтобы у вас во всех было всегда прекрасное настроение. Дальше я хочу сказать, что я сам родом с Никитовского района, шахты «Комсомолец». Действительно, у нас прекрасные, очень хорошие люди, которые я лично горжусь, я надеюсь, вы гордитесь. Вы видите, какие у нас бойцы, и мы в этом уверены, которые не отступят ни шагу. И я уверен, что у нас очень хорошее будущее. Если будут ко мне вопросы по моей работе, по моему видению в дальнейшем, я с удовольствием на эти вопросы отвечу. Спасибо за внимание. Депутат Народного совета по третьему округу, это Центральный городской район города Горловки, Сироженко Александр Анатольевич. Я депутат по вашему округу, вот и сидящие здесь меня знают, я депутат по первому округу Никитовского района. Мы с вами уже со многими из вас, я знакома, и я еще хочу познакомиться, вот мы взяли за практику, и я думаю, это удобно будет и вам, и нам. То, что мы отвечаем каждый за свой округ, это чисто номинально. Мы, как народные депутаты, имеем право приехать в любой город, в любой округ и осуществлять там свою депутатскую деятельность. Почему нам так удобнее ездить, решать вопросы, вот, когда собираются люди, жаль, что сегодня мало пришло, я почему-то ждала, что придут больше, потому что вопросы даже не отключено. Поэтому нам, если будут у кого-то вопросы, вот у нас Юрий Александрович, он сейчас о себе расскажет. Он сам о себе расскажет. То есть вот все вопросы мы сейчас каждый представится, расскажет о себе. Вы можете задавать вопросы, которые вас интересуют. И кроме того, здесь сотрудники, здесь Николай Митрофанович и сотрудники райисполкома Никитовского. Так что я думаю, мы и вопросы порешаем, которые у вас возникнут вопросы, мы на месте их здесь и сможем решить. Депутат по первому округу, Закалинский район. Вот. Все-таки мы действительно решили, поскольку мы работаем единой командой, и за город переживаем, но у нас все депутаты, это наши местные, в отличие от других городов, где они просто назначались, и мы как нельзя лучше знаем проблемы. Начинали городными заниматься, и вот, с Татьяной, с Олегом, и с Александром все делали для того, чтобы город вышел. Тогда, когда все это дело началось. Почему мы, собственно, оказались в политике? Вот на сегодняшний день мы видим, что работу нужно делать совместно, потому что мы друг друга в этом плане дополняем. Большинство ваших вопросов уже решалось и продолжает решаться. Благодаря нашим помощникам, вот Елена представляет моего помощника, консультантам, и наших председателей по этим районам, в частности Владимир Чернушев. Чернушев, да. Все его тоже знаете. Опираемся практически на наших председателей, на наше движение, вот и общественное движение «Свободный Донбасс», о котором вы знаете не понаслышке. Мы также ждем от вас еще не только активно работать и помогать людям, а еще также вступать в ряды наши, пополнять и уже на правах членов этого движения делать работу более качественно, ну и с более большими возможностями. Так что мы сегодня сделаем следующий вариант. Нашу встречу поставим, вы зададите вопросы, на которые мы сможем ответить сразу и решить сразу, мы это сделаем. На которые не сможем ответить, мы их запишем и будет сделано максимально быстро. Возьмите вопрос на это. Да, наверное, есть у Владимира тоже речь по поводу того, он расскажет ситуацию текущую, он больше всего владеет здесь по месту, в том числе и Татьяна. И мы будем уже оттуда столкнемся с вашим вопросом, с вашим вопросом. Начнем с того, что меня знают многие, я не первый год в Никитовке помогаю, я открыл волонтерское движение. За счет меня, с помощью меня и нашей команды, все это было организовано во время самых боевых действий, самое активное волонтерское движение. То есть была поставлена гуманитарная помощь, Никитовку услышали, Никитовку увидели, люди здесь были на дороге.
Значит, я также хочу отметить, что, как правильно выразился Юрий Алексеевич, что работа от команды, это было очень принципиально. Почему? Потому что во время самых интенсивных обстрелов и Татьяна Трофимовна, и Юрий Алексеевич, они непосредственно принимали самое активное участие для организации здесь и переезда, когда он был разбитый. Также выделялись и машины сюда для доставки гуманитарной помощи. Поэтому им отдельное спасибо, отдельная благодарность. Чего, правда, здесь не скажешь о нашем еще одном депутате, значит, Филатов. Она вроде как и есть, но в то же время она продолжает ставить палки в колеса. Ее заявление звучат очень резко. Значит, она меня обвинила совсем недавно в том, что я якобы продаю гуманитарную помощь всегда где-то со двора. Значит, я сразу же говорю, факты эти неподтвержденные, факты эти фальшивые. Я не знаю, с чего она взяла. Все вы меня знаете, все вы проходите мимо моего жопа. Я никому никогда не закрывал свои ворота. Можете зайти и проверить. У меня нет тон гуманитарной помощи. Также наше движение было организовано, значит, отправлен ребенок трехлетний, это Гайдичкова, значит, с очень тяжелым заболеванием сердца. Единственный ребенок в Горловке, который попал в программу доктора Ализа. Сейчас ребенок прооперирован, он находится дома и идет на поправку. Николай Митрофанович, еще вопрос. Фруктовая 11. 11, улица такая. Есть. Фруктовая 11. Да. Представитель ЖЭК есть здесь, который могут ответить на вопрос. Встретил дымоход, и вот там вот поступает прям в дом. Значит, я тоже не знаю, как он занимается, на фруктовый есть, не знаю. На какой срок он поставил? Я вам могу 9 числа спокойно сказать. Я знаю, это было обращение. Я знаю, было обращение, я когда вы так начал обращение. Обращение есть, это потому что это раньше был ЖЭК, фактор есть, у вас первый вариант есть. Мы это жилье пока что дали комсомольцам, значит есть. Это фруктовая нет. Смотрите, есть ответ. Есть ответ от ЖЭКа. Срок выполнения поставлен на 18-й год. Это издевательство какое-то. Вы можете показать ответ от ЖЭКа. Это официальный ответ ЖЭКа. Это в корне неправильно. Значит, я не видел, я 9 числа развелся. Такого не может быть. Ну вот. Вот оно, у людей на руках. Хорошо, значит, мы 9 числа разберемся. Не может быть такого. Дайте, пожалуйста, этот ответ. Я знаю. Так вы в курсе, да? Конечно. А вот там Борисская у нас. Похабно отношение на ваши работники. Приехали на скопали. У меня на глазах они поменяли кусок трубы. Вот так вот не хватило у него результатов говорить, они нагло засыпали, бросили людей затапливали. И люди бегали, извините, выгалкивали, что все, подвалы залили, да огороды же, никому не надо. Это сознание наших людей, надо их уже выстраивать. Вот так, у меня на глазах они уже не понимают, что вы делаете, они заготовили, все нормально. Ну, может быть, я что могу сказать? Разные люди, разные отношения. Вопрос по базару. Базар у нас в Никитовке очень дорогой. Что хотят, говорят. Захотели цену такую, установили. Подождите. Пойдите в Горловку, в Горловке дешевле, чем у нас. Николай Петрофанович, его власть не распространяется на базары. Сейчас рынки, городские рынки заходят. Со вчерашнего дня, значит, они будут... Ну, я не закончила. Сейчас забирают все горловские рынки себе, и горловские рынки будут государственными предприятиями. Сейчас как раз идет процесс превращения, перехода, процесс перехода рынок из частной собственности в государственные рынки будут все принадлежать КП рынки Донбасса. И тогда КП рынки Донбасса будут контролировать все цены, будет стоимость контролировать, и тогда по любым нарушениям в КП рынки Донбасса можете обращаться, и эти директора этих рынков понесут наказание. Могу сказать, что примерно понижение цен после того, как заступили на рынки уже ГП, снизились на 30%. Это примерно на то, что вы можете рассчитывать, когда на этом рынке будет наведен порядок. Сейчас у нас, оказывается, есть представитель все-таки «Вода Донбасса», и по улице Брестская, где вот как раз Александр говорил, что был порыв, его заделали, но не до конца, якобы не хватило электронов. Представьте, пожалуйста. Там не работали бригады. Это Иловайск, это сейчас какая-то. Я Синоватская делюсь. Это не мир. Это не могу. Это такое, что лучше мы хорошо, как устранить эту проблему? Вот они начали делать, не доделали. Она будет всегда течь или как? Кто-то принимает меры. Значит, мы пригласим начальника участка, который находится здесь в Никитовке, 9 числа.
вопросы, но регулируйте так, чтобы у них просто вариантов не было, не сделать этого вопроса. Понимаете, когда мы ставили этот участок, который занимается восстановлением и содержанием их водоводных сетей на несколько же дороги, где находится всего 3 сетра и свачи, ни экскамбулатора, ни сварочного аппарата, я еду в другие предприятия, которые здесь раньше были где-то, прошу, им привожу, и они делают. Поэтому мы поставили задачу, значит, им обещали, если нам надо дать сюда технику, потому что у них, они работают, у них нет техники. Я сколько раз прибегаю в компанию «Водотельбас», дайте трактор, или вот раз, помогите, откопайте, раскройте, закрывайте. 25.05 было направлено обращение граждан Татьяне Трофимовне Демченко по поводу водоснабжения улицы Генерала Батюха, улицы Королева, Парцаева, периода Рахмана. Проблема отсутствия воды в весенне-летний период возникла на протяжении многих лет. Длительное время колодцы не оборудованы запорными устройствами. Ранее неоднократно жители данного участка обращались в устной и письменной форме водоканала, администрацию города и района. По вопросу, вопрос так и остался нерешенным. Вот. По этому вопросу воды в летний весенний период нет. Постоянно, если пойдет два раза в месяц, большие очень перебои. Почему этот вопрос? Вы же меня внимательно слушали, я же начальник говорил. Значит, что между предприятием Донецка железная дорога и компанией «Вода Донбасса». Мы не являемся потребителями железнодорожной ветки. Мы потребляем воду. Улица Батюка и улица Королева являются потребителями воды Донецкой железной дороги. Ни пешеходных переходов, ни лежащего полицейского. Движение очень напряженное.
Это уже были смертельные случаи. Погиб человек, травмировалась девочка. Это вопрос, я вам отвечу. Если вы прекрасно помните, перед войной в 2013 году мы начали выполнять капитальный ремонт дороги. Мы ее начали, мы срезали, выполнили. Ну, работа была на это дело в связи с началом боевых. Там должна быть стать разметка, должны быть лежащие полицейские, должны быть 20 контролей. Это выполняется предприятием «Облавтодор». Это даже дорога не на нашем балансе. Она не принадлежит городу. Ее обслуживает областной участок, который называется «Облавтодор». Он обслуживает дороги, которые связаны между городами области или республикой. То есть мы, это тоже в плане, как у нас находится улица Гольмас. Она также находится и находится на балансе «Облавтодора». На поселок Гольмас, если вы едете в Мировом, садите, засыпали, и вот с помощью депутатов, сенаторов привозили шланг. Ну, мы написали, внесут план «Облавтодор», значит, мы отремонтируем. Если не будет, значит, мы будем принимать здесь из этих возможностей и будем искать, выполнять его. Ремонтировать не капитально, потому что мы не можем такие ремонтировать. Ну, частично. Николай Митрофанович, вам надо реагировать и передавать данные, сведения и делать заявки для «Облавтодора». Да, и просьба, что там огромная лужа на остановке, когда останавливается автобус, огромная лужа стройматериала. Как не будет? Нет. Остановка стройматериала. Когда люди едут в сторону города, там громадная вечная лужа. И ее, конечно, потом начали поднять на складку. Остановка стройматериала. Громаднейшая лужа. Везде стоят автобус, подъезжает. Где раньше была Зеркасса? Где раньше была Зеркасса? Хорошо, департамент там скажет, выйдем на место, посмотрим, да, там. И тоже по обращению врага просили на время выполнения работ выделить хотя бы ДПС или гаишников, которые останавливали это все движение. Скажите, этот мост, который взорван, будет ли он когда-нибудь восстановлен? Засыпать его землей, залить бетоном, чтобы пустить троллейбусы в Никитовку, как и прежде ходили, чтобы не было забытое Богом место. Когда закончится война, это возможно сделать или он так и останется? Послушайте, его взрывали не для того, чтобы сейчас построить. Придет время, его обязательно построят, хорошо? Да. План уже стоит. Вот еще раз. Первый заместитель мэра, это было в начале декабря, что запустят до конца года 29-й маршрут. Все, Бессарабка это... А что обещал? Ну, первый заместитель мэра, женщина была. Не женщина, а мужчина. Мужчина, это не Крамкова, а кто? И пообещали это, потому что транспорт ходит на Бессарабку от родителей. То есть, имеется в виду, 1.14 ходит, но допустили еще 17-й. То есть вечером, допустим, я работаю в городе, и на Бессарабке я могу не добраться. Мы стоим на головах, на плечах, в форточках, это бред, понимаете? И 29-го, 14-й день, ходит, не хочет. По выходным он ходит, они где-то до 4-х. Вот мои работники, Бессарабка, уже домой доехать не могут. Понимаете? Вот обещать сделать, как не помогают. Я написала обращение на имя нового города. Я два раза в день еду вот так, и не знаю как. На прошлом аппарате этот вопрос по перевозкам поднимался. Как сообщил Ким, что будут собраны, или уже были собраны, не подскажешь? Были собраны уже, значит, представители перевозчиков и распределены между ними маршрутами. Так как они говорят, что вот у меня все нерентабельные, а у одного получилось рентабельное. И сделали немножечко рокировочку такую, да, и распределили маршруты так, чтобы было всем удобно ездить. И среди них есть рентабельные и нерентабельные. Так что, я думаю, в ближайшее время будет вопрос у вас решен. То, что автобусы в городе не хватает. Вы знаете, что участники их вывезли. Я много очень автобусов вывезли за пределы города.
зачем мне торчать там, по-моему, на Петре Каташке до полшестого? Когда они стали, они ходили до полшестого. Я все говорю, ну что не стали? Он свое отработал. Почему не с утра вы выйдете? Через каждые 5 минут единица идет, одна за одной. После каких я уже с города не уеду. А в субботу-воскресенье после трех не уедешь. Значит, с утра караваны идут, транспорта хватает. Вот так. После уже 5, когда люди едут с работы. А у него не выгодно. Почему ему не выгодно? Что не приучили людей? Мы собираемся едем до Кварково, потом делаться за маршрутом, и кто-то не кинул. А мне не выгодно, людей не хватает. Если бы они ходили нормально в городе, у них бы они уезжали, пускай 5 часов с трикотажки, у них бы было полный автобус, но они приучили людей идти пешком. И их уже не дожидаются, на них надежды нет. Люди идут пешком. Я с вами согласна, потому что я недавно... Я вам ради транспорта не хочу. Этот вопрос вот представлен настолько болезненный, вы даже не представляете, как остро стоит. Он у вас постоянно. Потому что весь транспорт частный. Это же не муниципальный, это не государственный транспорт. И, поверьте, естественно, они тоже хотят работать. И с ними проводятся разговоры, чтобы они нормально заходили. Все, заберите лицензию, пускай они не будут. Послушайте, пожалуйста, внимание, минутку. Мы вот с Владимиром Владимировичем Хромушным разговаривали по этому вопросу. И я разговаривал с бригадиром первым. Давайте сделаем так. Общественность, если выйдем, если будут нарушения автобуса, они должны быть до полшестого. Поверьте мне, бригадир там поможет навести порядок. Давайте организуем пост, поставим свой, скрытый, и посмотрим совместно с бригадиром. И выявим истину. Вы согласны? Да. Владимир, был такой разговор? Да. Давайте организуем бригадир, готов к этому. Совместно с бригадиром мы найдем тоже, как не едет, кто говорит правду, кто лжет. И примем вместо серого. Но войны они не слушали правду, что пытались ходов сделать государственным общественным правом. Вывод. 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 А вот скажите, пожалуйста, пока мы начали правда, допустим, наш республиканский парк и частный. Будет конкуренция, наверное, все раскрывается. Я понимаю, что сейчас война. Ну, как естественно, было такое, и была программа Лев, тогда данную программу курировал, и должны были закупиться автобусы. Вы кого включаете? Должны были закупиться автобусы муниципальные, которые должны были составить конкуренцию частному транспорту. Но проблемы возникали следующие. Это банки, которые должны были дать кредит на данный автобус. И с этим вопросом, на данный вопрос, и насколько я знаю, мой коллега, который был после меня, это Хроменков Роман Александрович, был на переговорах в Москве, и на одном из аппаратных совещаний он озвучил, что должны были порядка 20 или 30 единиц различного транспорта привезти в Горлово. Такой вопрос был, который должны составить конкуренцию. На базе троллейбуса трамвального управления создать свой муниципальный парк автобусов. Так что работа в этом ведется и проделывается. И с мэром Москвы, с Опяниным, был такой разговор. И был этот ответ. Была сделана заявка через МЧС, чтобы данный транспорт можно было вести на территорию нашей республики и нашего города. Нет, мои коллеги, бывшая учительница, пенсионерка, соответственно, народного образования. Я хочу поблагодарить в вашем лице нашу республиканскую власть за то, что детей начальных классов кормят бесплатно. Вчера встречаясь со своей выпускницей, она говорит, вы знаете, Нина Федоровна, 2 раза кормят детей, после 2-го урока и после 4-го, и бананы, и апельсины. Встречается 2-я, говорит, а в саду, в детском саду тоже бесплатно.
спасибо. Ну, добавлю,